планах компании реализация проекта по созданию апарт-отеля в составе многофункционального комплекса «Башни и сеть», который возводится в настоящее время холдингом УГМК в центре уральской столицы. Также обсуждается возможность строительства отеля в рамках подготовки инфраструктуры для чемпионата мира по футболу 2018 года. С того момента, как в Екатеринбурге появился Хаят, совершенно на более высокую планку поднялись проведение различных международных государственных мероприятий и бизнес-форумов. И мы знаем, что есть планы по дальнейшему развитию. Присутствие у нас в регионе одной из лучших сетей в мире дает дополнительные возможности привлечения сюда крупных инвесторов и привлечения новых международных мероприятий. И я с большой благодарностью сегодня обращаюсь к вам за то, что вы в свое время приняли решение прийти сюда, выражая свою готовность помогать в дальнейшем развитию новых проектов. Евгений Куйвашев рассказал руководителям корпорации о серьезном инвестиционном потенциале Екатеринбурга и Свердловской области, а также о развитии регионального выставочного кластера и о проведении здесь ежегодной выставки «Иннопром». По словам Евгения Куйвашева, в дни проведения главной промышленной выставки в отеле «Хаят» не бывает свободных мест. Это означает, что решение о развитии гостиничной сети в Екатеринбурге было своевременным. Особую актуальность оно примет и в ходе подготовки к чемпионату мира 2018 года. Томас Прицкер отметил, что стратегия работы корпорации «Хаят» такова. Сначала компания выбирает для строительства отеля города, имеющие потенциал для роста, а затем выбирает партнеров с таким же видением, как у «Хаят» в части развития. В случае Екатеринбурга мы дважды сделали правильный выбор. Выбрали правильный город и правильного партнера. И когда ты дважды принимаешь правильное решение, значит, нужно придерживаться этой формулы. И, конечно, он надеется на то, что он сможет развивать свой бренд здесь, в Екатеринбурге.